У бягучым годзе праведзена дастаткова значная мадэрнізацыя існуючай у райцэнтры спартыўнай інфраструктуры. Так, да прыкладу, у Веткаўскай Здюшар адрамантавалі памяшканні для заняткаў спортам, набылі неабходны інвентар, добраўпарадкавалі гарадскі стадыён. І вось зараз з'явілася яшчэ адна сучасная пляцоўка для аматараў здаровага ладу жыцця. Новы спартыўны комплекс – вынік ініцыятывы «У здаровым целе здаровы дух». Яна рэалізавана ў рамках праекта «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь», які фінансуецца Еўрапейскім Саюзам і рэалізуецца праграмай развіцця ААН. Выдаткованая сума – каля 14 тысяч еўра. Спартыўны комплекс размясціўся на тэрыторыі гарадскога стадыёна. У гэтым раёне асноўная колькасць гарадскіх шматпавярховак. Цяпер зручнае месца для заняткаў спортам у крокавай даступнасці. Очень здорово то, что построили в нашем городе такое место, где можно сходить позаниматься спортом. Я уже сюда ходила несколько раз, мне очень нравится. Я надеюсь, то, что не будет пустовать это место, и будет много ребят ходить сюда. Спартыўны комплекс падзяляецца на два сектары. Адзін для прафілактычнай работы. Кожны месяц супрацоўнікі ДАІ будуць праводзіць тут заняткі па правілах дарожнага руху з маленькімі жыхарамі Веткі. Другі сектар – воркаут-пляцоўка. Тренажорная зала пад адкрытым небам, магчымасць займацца спортам бясплатна і ў любы час. Я очень надеюсь, что эта площадка Ветки будет востребована. Ребята будут меньше сидеть за компьютером. Я буду приходить сюда и доказывать своим друзьям, коллегам, что вот они молодцы, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Это очень приятно, и я очень надеюсь, что благодаря таким площадкам наше поколение, молодое поколение будет здоровым, активным и будет проводить с пользой для себя время. У проекте «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні» у Республіцы Беларусь удзельнічае 30 районов нашей краины, 5 из них у Гомельской области. Непосредно на Веткаўшыне реализуется 7 инициатив на агульную сумму 120 тысяч евро. На сегодняшний день полностью завершены 2 – по створению спортивного комплекса и мобильного пункта допомоги МНС. 5 в процессе и будут тоже реализованы. Проект будет длиться до конца следующего года. Я думаю, что мы с успехом реализуем основные оставшиеся инициативы. В основном они касаются, конечно, больше социальной сферы, но это тоже значимо для нашего населения. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зветки.